пускай будет, да. Да, да. О, спасибо. Ну, это очень много для меня, да. Благодарю. Саша, вообще к Соловьеву не вырваться. Ну, вот написал письмо тут я, парни, соседу. Президенту России Путину ВВ. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, исторический момент настал. Вам предстоит возглавить глобальный проект и осуществить всемирное общечеловеческое единение. Указать всему миру новый, справедливый магистральный путь. Понимаете ли? Раньше это сделать невозможно было, технологий не было. Сверхзадачи в мюнхенских и валдайских речах вы четко сформулировали принципы общей национальной идеологии. Сегодня все готово. Ради этого и жили, и воевали все предыдущие наши поколения. Силами отечественных философов, историков, экономистов, политологов, специалистов в области современных технологий сформулирована и готова дорожная карта, конкретный план. Да уж. Новой создания технологической эпохи соборности. В будущем соборность предполагает также реализацию проекта «Воскрешение человечества» по русскому философу Николаю Федорову, объединяющего людей в восстановлении и оцифровке памяти о своих родителях, прародителях, предках. Современные технологии, позволяющие на основе анализов ДНК, оцифровки архивов, данных археологии, построить цифровую модель прошлого каждого человека с величайшей точностью и глубиной и уважением к традиции. Цифровое воскрешение памяти по мере того, как будут оживать прошлые поколения, люди все больше будут осознавать единство своего рода. Бережное отношение к прошлому изменит отношение к настоящему. И живущие с нами людям, прежде всего к людям пожилым. Объединение всего человечества в единую семью изменит отношение к человеку и закон любви ближнему, который вы озвучили на встрече с сотрудниками концерна «Калашников», будет обязательно для всех. Компьютерная программа «Собор» очень быстро преодолеет национальные границы и осуществит мессианскую сущность общего дела. На данный момент Россия имеет сильные позиции в области современных цифровых технологий. И вот Соборная социальная сеть России, СССР как каркас общества, вместит в себя все достижения российских специалистов. Ну, там блокчейн, криптовалюты, искусственный интеллект и так далее. Это будет самый большой актив, кстати, за всю историю человечества. Владимир Владимирович, ввиду особой важности, просим вас поддержать проект, назначив честного и ответственного куратора. За размещение дата-центра в Крыму и, по нашему мнению, это может быть нынешний ДДДДД. И говоря вашими словами, вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России. Владимир Владимирович, нам нужен прорыв. Будьте здоровы.